что? Вот он. Молодец, молодец. Нашли больного, истощенного, в клещах. Видно, что голодал. Потерянный ребенок, которого нашли. Слава богу, есть чем кормить, особенно парное козье молоко нашей роженицы козы. С удовольствием каждый день по 3 раза мы пьем около 20 миллилитров молочка. Но болеет ли бешенство, мне известно, да? Ну, как бы, скорее всего, что нет, потому что это маленький ребенок, он, у него еще материнский иммунитет, но в любом случае береженого Бог бережет. Наоборот получается. Да, да. Ну, кто у нас первый родился, мы-то не знаем. Да привет, папины дети. Можно сказать, вот эти два козленка стали молочными братьями для дикого лисенка. Причем братья у хищника весьма звездные. Вот это Филипп, а вот это Басков. Имена козлята получили, потому что родились в день рождения Филиппа Киркорова, короля русской поп-сцены.